У деда своего Муслим получил в наследство музыкальный талант. У матери, драматической актрисы, любовь к сцене. У отца, художника, он унаследовал способность к живописи и лепке. Артист сам гримируется перед спектаклем. Но прежде чем найти грим для нужного образа, он вначале лепит из глины нужное ему лицо и, найдя его, начинает работать над своим гримом. Саркастически сжатые губы, лицо дьявола, скорченное в гримасе ненависти к миру, к людям, ко всему земному. Восстает на брата брат, этот мир кровавый ад, горем вся земля полна, торжествует сатана. Ухождение Богу зла, край на край, встает войной, и людская кровь рекой, по принцу сейчас зла.